С началом осени Госавтотехнадзор начал традиционную проверку объектов уличного освещения. Ежедневно сотрудники проводят мониторинг обращений жителей и в вечернее время выезжают на место. Основную информацию о нарушениях они получают с портала «Добродел». Причиной неполадок чаще всего становится перегорание светильников, реже – короткое замыкание. В целом, с начала года в рамках операции «Свет» на территории Мытищ было устранено 12 нарушений. Количество, скажем так, фактов неработающего освещения, оно каждый год снижается. Но основной причиной данного снижения, я считаю, это работа, конечно же, портала «Добродел» и своевременное устранение нарушений эксплуатационными организациями. То есть срок на устранение нарушения дается не более 2 суток. За ненадлежащее состояние линии наружного освещения, а именно за отсутствие освещения более 10% от общего числа количества на данной линии, предусмотрена административная ответственность на эксплуатационные организации, это от 20 до 50 тысяч рублей.